26. В принципе, такая неплохая улица строителей. Напротив, ну там метров 200 Магнит такой большой. Жилмассив, в принципе, неплохой. Это школа. Здесь пешеходный переход. Здесь вход в тоже такой жилмассив. Автомобильный трафик хороший. Пешеходный трафик неплохой, учитывая 3 часа дня. Это раз. Во-вторых, дождь сегодня. То есть вот она, аптека находится на повороте. Метров, наверное, 50. Напротив нее находится Пятерочка. Метров 5, я имею в виду. 50. Вот эта аптека. Ну так навскидку большое помещение. Что-то в районе, мне кажется, квадратиков 80, если не больше вообще. Вот она. Ну, в принципе, что, неплохой жилмассив. Вот он. Слева-справа Пятерка. В принципе, на въезде в район. Ну, вот в этот вот. Вот он. 5 метров, наверное, 10. И пешеходный вот этот вот переход будет против школы. Думаю, что ничего. Вот этот заезд хорошо, что в район. Ну так, для спального района нормально.